Ну что, господа, сейчас нужно полиция нрава. А сегодня происходит интересное событие в Барвихе. Вновь мы пытаемся убедить господина Потапчука добровольно покинуть здание администрации, потому что он утратил доверие народа. Вот новый глава администрации, исполняющий обязанности. Да. А вот новый исполняющий обязанности руководитель администрации. Да, новый руководитель администрации. И я, Александр Селенин, с вами. Значит, ситуация следующая. Сейчас мы ждем полицию и совместно заходим в кабинеты и начинаем работать, потому что сегодня приемный день. Граждане придут со своими заботами, разными нуждами, и кто-то должен их уже принимать, потому что деятельность сейчас просто парализована. Блокирована. Ну что, где наш Руман?